Добрый день, уважаемые участники молодежного форума, дорогие коллеги и друзья! Государственная молодежная политика является единой системой социально-экономических, культурных, организационных и правовых мер, которые реализуются субъектами государственной молодежной политики в целях развития и становления молодежи, защиты прав и эффективного использования их интеллектуального потенциала в интересах общества, обеспечения экономического роста и устойчивого развития страны. Исходя из этого, Республика Таджикистан начала реализовать молодежную политику наряду с приобретением государственной независимости, что свидетельствует об особом внимании правительства к вопросам молодежи. Более того, обеспечение участия молодежи в политической и социальной жизни общества и государственном управлении, в том числе путем поддержки деятельности их общественных объединений, является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики Таджикистана. На сегодняшний день в процессе реализации государственной молодежной политики в Таджикистане мы достигли многое, в том числе сформирована нормативно-правовая база государственной молодежной политики, создан Национальный совет по делам молодежи при президенте Республики Таджикистан, проводятся регулярные официальные встречи президента страны с молодежью, учреждена стипендия президента республики для студентов и на регулярной основе увеличивается их количество. Учреждена премия Исмоили Сомони для поддержки молодых ученых. Учреждена премия Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан в области литературы, журналистики, искусства, архитектуры и программирования. Установлена президентская квота для поступления девушек из малообеспеченных семей в вышеучебные заведения страны. Создана система грантов правительства для молодежных, общественных и неправительственных организаций. Также хотелось бы отметить, что в 2021 году в новой редакции были приняты закон Республики Таджикистан о молодежи и государственной молодежной политике, стратегия государственной молодежной политики в Республике Таджикистан на период до 2030 года, национальная программа социального развития молодежи в Республике Таджикистан, государственная программа по воспитанию патриотизма и укреплению национального менталитета молодежи Таджикистана, которая положительно сказывается на развитии социальных, экономических, культурных возможностей и реализации системы государственной молодежной политики в Таджикистане и за рубежом в соответствии с международными стандартами. Также стоит отметить, что одним из механизмов, которые сегодня широко используются Комитетом по делам молодежи и спорта для активного вовлечения молодежи во все жизненно важные сферы, является волонтерство. Во время пандемии волонтеры, молодежь Таджикистана активно взаимодействовали с государственными органами, врачами, помогали нуждающимся в период обострения пандемии, ежедневно проводились разъяснительные и информационные работы с обществом. В столь нелегкие времена для всего мира молодежь Таджикистана показала себя как партнеров по развитию страны. Исходя из этого, на данный момент на стадии принятия находится национальная программа по развитию волонтерства в Таджикистане. Сегодня в мире проживает 1,8 миллиарда молодых людей, самое большое число за всю историю человечества. Молодежь является катализатором мира, безопасности и гуманитарной деятельности. Очень надеюсь, что каждый из нас поддержит молодежь в этом направлении. Желаю всем участникам форума успехов в работе и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо молодежи наших стран. Благодарю за внимание.